Здравствуйте, в эфире новости «Наш день». В студии Михаил Майоров и в начале коротко о главных темах выпуска. Она зашла ко мне в кабинет и стала плакать, потому что не могла скрыть свои эмоции. Совсем юные и очень храбрые. Школьники из Озерского спасли тонущего друга. Сегодня им вручили заслуженные медали от министра МЧС. В непогоду по бездорожью в любом уголке острова. Сахалинская медицинская помощь стала мобильнее. Они решают проблему диагностики, да, в отдаленных регионах и районах, ну, в данном случае, Сахалина и Сахалинской области. Двусторонний открытый перелом челюсти. В ночном клубе областного центра снова произошла драка. В конфликте замешаны и охранники заведения. Слышно там, бейте его, бейте. Это голос охранника. После этого, то есть он дает команду всем остальным охранникам. Их было, человек 5 стояло. Пропуск во взрослую жизнь. В день Конституции России сахалинские школьники получили свои первые паспорта. Желаю быть гордостью ваших родителей и не бояться ставить перед собой высокие цели. Школу в Озерском во вторник оккупировали спасатели и съемочные группы. Нет, не ради учений. В центре внимания оказались совсем юные мальчишки – Иван Ямалетдинов и Глеб Бабенко. В конце мая они спасли тонущего друга из холодной воды. Он провалился под мост, действовать нужно было быстро. Ребята не испугались и справились. На торжественной линейке им вручили заслуженные медали от министра МЧС. Сегодня и сами спасатели не вспомнят, когда столь юных мальчишек награждали медалями от министра МЧС. Храбрость в сердцах этих школьников занимает далеко не последнее место. Все произошло 29 мая. Иван, Глеб и Кирилл выбрались посмотреть на Челимов к озеру Чебесан. Там есть старенький гнилой мост. Кирилл провалился и угодил с головой в воду. Начал кричать. Друзья бросились на помощь. Помогите, спасите, не хочу умирать. Я что-то не говорил. Говорил? Нет. Ты не помнишь. Я Глеб его за ноги взяла, я его за руки. Он же за руки меня, а ты за ноги. Нет, я тебя за ноги. А мы потом поменялись. Сегодня ребята вспоминают об этом с улыбкой, возможно, путано, но если бы Иван и Глеб спасовали в тот момент, то неизвестно, чем бы для Кирилла закончилась эта прогулка. Вода была еще холодная, а сам на берег он бы не выбрался, держал гвоздь. Глеб свесился, тянул Кирилла наверх, Иван в это время освобождал друга от крюка. Ко мне пришла мама, мама спасенного. Она зашла ко мне в кабинет и стала плакать, потому что она не могла скрыть свои эмоции. Сначала мы не могли понять, что вообще произошло. Потом, когда она успокоилась, она поставила ко мне на стол два подарка и сказала: «У вас в школе учатся два героя, два маленьких героя». На тот момент они были второклассниками. Мы с ней пошли в класс, класс весь встал, класс аплодировал. И она в присутствии всех 22 учеников, потому что в данном классе это один из самых больших классов в нашей школе, вручила им памятные подарки. И сегодня мы им вручили медали за спасение погибавших. И это первая, пускай не последняя их награда в этой жизни, но даже можно в чем-то сказать, что жизнь уже прожита не зря. Хотя бы одна жизнь спасенная на их счету уже есть. Медальки за спасение погибающих на водах теперь сверкают у парнишек на груди. Сегодня им, кажется, можно все. И даже порция шалости с воздушными шарами не смутит педагогов. Веселые мальчишки не задирают нос, смущаются, когда их называют героями. Но эти маленькие люди совершили большой подвиг. Они настоящие и верные друзья. Сахалинские краболовы бьют тревогу. В Москве рассматривают возможность изменить нынешнюю схему распределения квот на лов. Сменить исторический принцип на аукционный. Островные предприниматели уверены, это приведет к банкротству многих местных компаний. Все подробности в следующем сюжете. Сахалин на весь мир известен своими крабами. Королевский, волосатик, стригун – все эти виды обитают в наших водах. Их добыча – тяжелый бизнес, который дает островитянам возможность заработать. Азы мастерства переходят из поколения в поколение. До этого момента действовал так называемый исторический принцип распределения квот. Но в правительстве страны начали обсуждать новую схему заключения договоров через аукцион. Сахалинские краболовы бьют тревогу. Они могут не получить эти доли, у них не хватит средств, участия в аукционе, и, соответственно, весь тот бизнес, который они выстраивали истекшие 10 лет, он прекратит свое существование. Будет потеря рабочих мест для наших рыбаков, а это порядка 2000 человек, которые задействованы в этой отрасли. Как это работало раньше? Если краболовная компания выполняет все необходимые условия, то с ней автоматически должны заключить договор на следующие 10 лет. Но в 2018-м сроки истекают. А смогут ли сахалинские предприниматели выиграть в будущем аукционе? Не факт. Обычно в таких случаях на рынок приходят компании с материка, а соответственно и заработанные деньги уйдут туда же.
Ну, во-первых, деньги, поступающие в эту компанию, они, естественно, не пойдут через Сахалин, они пойдут куда-то там напрямую, Москва, либо какие-то другие регионы. Естественно, произойдет отток этих средств, так сказать, налоговых с Сахалина. Сахалинские бизнесмены уверены, последствия почувствуют не только они, вся область. Придется закрыть многие инвестиционные проекты, которые ведут сейчас к рыболовы. Не секрет, что приличную часть заработанных денег они вкладывали в развитие региона. Островной прозвучал полтора года назад. Проблема. Люди не получали зарплату, вроде их там и немного было. Кому пришли? Пришли к нам. На сегодняшний день порядка 300 человек там работает сейчас. Там нет на сегодняшний день ни текущей задолженности, ни по зарплате перед налогом. Это, поверьте мне, уникальный проект инвестиционный. Островные краболовы написали обращение с просьбой не допустить ввода аукционных инициатив уже во все возможные инстанции. Их поддерживают и другие представители рыбопромышленной отрасли. Ведь никто не дает гарантию, что еще через год не начнется передел по лососю. Дальневосточный экспресс запустили в московском метро. Его вагоны символизируют регионы Дальнего Востока. Сахалинский украшен сопками, икрой, лососем, сивучами и горнолыжными курортами. Необычный поезд появился в столице в рамках Дней Дальнего Востока. Начинка у него познавательная. Пассажиры могут прочесть о проектах на дальних рубежах России, экономике в целом и культурных особенностях. Закон о свободном порте Владивосток, закон о территориях опережающего развития, о дальневосточном гектаре – все есть. То есть создана такая нормативная база, которая позволяет реализовывать свои проекты и опытным бизнесменам, и молодежи. Начинать свою жизнь там, начинать свою карьеру на Сахалине и Курилах. Дальневосточный экспресс будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии. Планируется, что за 2 месяца он перевезет по меньшей мере 2,5 миллиона человек. Узнать о состоянии своего здоровья, не выезжая из родного села. Приехать практически куда угодно готовы новые передвижные поликлиники повышенной проходимости. Так что непогода и бездорожье не препятствие. На Сахалин доставили 3 мобильных комплекса лучевой диагностики. В салоне есть маммограф и аппарат флюорографии. Торжественный момент. Глава региона вручает руководителям районных больниц Долинска, Анивы, Корсакова и Невельска ключи зажигания от новых машин, которым не страшна любая сахалинская непогода и бездорожье. Обеспечение надежной техникой, возможности быстрой доставки больного является приоритетом. И, безусловно, мы видим, исходя из тех проблем, которые возникали в службе скорой медицинской помощи, на то, что изношенность за последние годы уже превысила допустимый уровень. Поэтому было принято решение об обновлении парка машин. Автопарк Минздрава области пополнился 4 передвижными поликлиниками. 3 из них – мобильные комплексы для лучевой диагностики. В салоне разместились 3 кабинета – маммографии, флюорографии и кабинет для врачей. Лучше приехать на место и произвести исследование, чем вызывать куда-то, да, перевозить какую-то группу людей. Это всегда сопряжено с определенными трудностями. Проще приехать в небольшой поселок, населенный пункт. А доктор в любом городе, либо в онкодиспансере, либо в областной больнице будет анализировать, описывать, и дальше будет решаться судьба уже пациента в зависимости от того, что мы обнаружим при исследовании. Кроме того, любое предприятие городов может заказать профилактическое обследование для своих сотрудников. Подобная форма медицинского обслуживания весьма удобна. Медосмотры можно проводить, что называется, на дому. Но главная цель передвижных комплексов – оказать медицинскую помощь там, откуда людям выбраться бывает непросто. Либо дороги разбиты, либо погодные условия неподходящие. А вот машинам с красным крестом и на колесах КамАЗа такие препятствия не страшны. Выбор основного так называемого шасси, на которое был поставлен фургон, был сделан в пользу КамАЗа. Вот. Ну, в первую очередь, это наш проверенный, надежный, да, зарекомендовавший себя агрегат. Во вторую очередь, он славится своей проходимостью. Вот. Ну и в третью очередь, немаловажно, да, с точки зрения обслуживания. Ранее поступившие спецавтомобили, передвижные стоматологии успешно работают в Корсаковском и Александров-Сахалинском районах. Теперь сахалинцам, живущим в глубинке, будут доступны онкологические обследования.
30 социально ориентированных проектов представили на Сахалинской ярмарке общественных инициатив. Она прошла в областном центре впервые и собрала активистов со всей области, от Южно-Курильска до Ахи. Среди организаций – Общество различных народов, Ассоциация музеев, Сахалинский государственный университет и другие. Общественная палата Сахалинской области совместно с правительством Сахалинской области. Мы собрали общественные организации со всей области, включая Курильские острова, которые приехали на это мероприятие. И хотим показать деятельность некоммерческого сектора для сахалинцев и курильчан. Один из участников – региональный фонд «Родные острова». Он представил свой учебно-тренировочный центр «Восток». Это спортивный комплекс площадью более 9000 квадратных метров. Ледовая арена, банный комплекс, зал игровых видов спорта – это лишь часть того, что будет размещено внутри. Центр откроет свои двери в 2018 году. Здесь будут тренироваться спортсмены, дети всех уровней. Оно будет доступно для всех. Вне зависимости от материального положения, социального статуса, это будет такое, ну, сказать, в рамках не то что области, как я говорил, Дальнего Востока, очень спортивное сооружение по всем параметрам. В День Конституции школьникам вручили паспорта. Торжественное мероприятие прошло в администрации Южно-Сахалинска. Свой самый главный документ получили отличники и активисты, победители и призеры Олимпиад. Ребята с успехами в учебе и общественной жизни. Вы достигли успеха в спорте, достигли успеха в учебе, в общественной жизни, несмотря на столь юный возраст, казалось бы. Это здорово. Именно такие люди и нужны нашему городу для того, чтобы он был процветающим, чтобы всем, кто здесь живет, было хорошо и комфортно. Получать новый паспорт ребятам придется еще как минимум дважды, в 20 и 45 лет. Так что шанс исправить первую подпись и подать на документы удачную фотографию у них остается. Тем не менее, именно первый документ означает для них пропуск во взрослую жизнь. Теперь при необходимости они смогут самостоятельно отстаивать свои конституционные права. Кстати, сахалинцы в этом плане очень активны и пользуются для этого самыми разными инструментами. С начала этого года зарегистрировано более 3000 обращений в наш Центр защиты прав граждан. В основном вопросы касаются частных каких-то взаимоотношений людей с различными социальными структурами, пенсионным фондом и так далее. В принципе, практически всем мы помогли. Мы опираемся на закон, а базой, фундаментом закона, любого закона, является Конституция. Далее в нашем эфире рубрика «Точка отчета». Открытый перелом челюсти посетителя и порванная цепочка охранника. В объективы камер очевидцев попала драка у одного из ночных клубов Южно-Сахалинска. Конфликт разгорелся в ночь с пятницы на субботу. Причины все участники называют разные. Например, пострадавший молодой человек, на видео он без рубашки, утверждает, что его спровоцировал и ударил неизвестный мужчина. Началась потасовка, к которой и присоединились охранники. Он ударил меня первым. То есть не было никакого разговора, он сразу меня ударил. Я ответил ему, здесь вмешались охранники, их было не один, не два, их было, не знаю, это было очень много, все быстро. То есть они никаких действий в его сторону не предпринимали, меня выставили каким-то инициатором. После этого есть видео, которое уже в соцсетях, и слышно там, бейте его, бейте, это голос охранника. После этого, то есть он дает команду всем остальным охранникам. Постепенно в драку втянулся весь состав охраны заведения. На место приехал и полицейский наряд. С места происшествия пострадавшего увезли в городскую больницу. Его ждет восстановление и медицинское освидетельствование. Охранник подал заявление на гостя за порчу украшений и одежды. Сейчас правоохранители выясняют подробности происшествия. Напомним, в этом районе сахалинцы не первый раз устраивают разборки. В октябре 2017-го драка закончилась смертью одного из участников. Без лицензии в Южно-Сахалинске полицейские изъяли 250 бутылок контрафактного алкоголя. Кроме горячительного, якобы элитных марок, на месте нашли 5-литровые канистры со спиртом. Они также хранились без лицензии. Никаких документов владелец предоставить не смог. Сотрудники полиции установили, что продажа алкогольной продукции осуществляется в районе улицы Украинской. В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили 2 автомобиля, в которых находилась алкогольная продукция иностранного производства. На бутылках отсутствовала маркировка и акцизные марки. За нарушение требований действующего законодательства в сфере оборота алкогольной продукции правонарушители привлечены к административной ответственности. Похожий случай зарегистрирован и в Углегорске. Там полицейские изъяли 200 бутылок нелегального спиртного.
и о дорожной обстановке. Над островом уже второй день бушует циклон. Несколько мелких ДТП произошли во вторник днем. Причиной аварии могла стать плохая видимость и снежная каша на дорогах. А вот в Анисском районе 4 автомобиля столкнулись из-за военного трала. Машина притормозила перед поворотом, а остальные водители не успели затормозить и столкнулись. А в 300 метрах от этого ДТП в кювет вылетел ленд-крузер «Прада». Попали в снежный занос. На Итурупе семью с двумя маленькими детьми пришлось выручать из автомобиля. Машина застряла в 39 километрах от Курильска. На помощь пришли спасатели МЧС. Замерзающих путников доставили в город. Госзакупки администрации Южно-Сахалинска вновь назвали одними из самых прозрачных. Областной центр в четвертый раз становится лидером национального рейтинга. В этом году соперничать предстояло с 85 муниципальными образованиями страны. 11 из них, среди которых и Южно-Сахалинск, заняли позицию высшего уровня – гарантированная прозрачность. В этом году администрация разместила почти 1500 закупок, что на 30% больше, чем в прошлом. Приоритетом работы является создание благоприятных условий для малого и среднего бизнеса. Прозрачность означает, что в данном случае муниципальная власть не вмешивается в процедуры торгов, а организовывает их. И тем самым мы достигаем эффективность конкуренции, что в принципе дает нам возможность выбора наиболее качественного поставщика. За счет прозрачности закупок удалось сэкономить бюджетные деньги. Только в этом году это более 500 миллионов рублей. Средства направили на решение социально значимых вопросов. Новый инвентарь и снегоход для школы зимних видов спорта. В распоряжении начинающих южно-сахалинских спортсменов поступили австрийские беговые лыжи, ботинки, палки и крепления. А снегоход будет работать на подготовке трасс. Технику используют для уплотнения снега и накатки лыжни. Раньше своего у спортшколы не было. Инвентарь приобрели в рамках проекта «Лыжи в школу». Министерство спорта при поддержке благотворителей реализует его уже второй год. Все новинки обошлись 850 тысяч рублей. В этом году получили снегоход и 26 комплектов инвентаря, который благополучно будет использоваться на территории нашей школы. 10 комплектов инвентаря мы отдадим Ноглинской школе, тоже спортивной. Они также будут его использовать. Что касается прошлого года, то было закуплено 2 снегохода и порядка 140 комплектов лыж. «40 ракеток и 20 валанчиков». В Южно-Сахалинске накануне выясняли, кто в этом году станет чемпионом области по бадминтону. Среди участников спортсмены из Соловьевки, Корсакова, Березняков и областного центра. На корте «Микс» – это номинация со смешанными парами юношей и девушек, а также мужчин и женщин. В возрастной категории от 15 и старше. Конечно, больше стало и в школах, потому что преподаватели физкультуры, они как бы заинтересованы вот в этом, да, то есть есть стимул как бы занять первые места. Потом мы, за счет Министерства спорта нам выделяют деньги на покупку инвентаря, мы раздаем этим, да, то есть, естественно, сразу появляется больше ракеток, да, больше валанов, и, естественно, конечно, уже привлекает больше детей. По правилам этих соревнований юные спортсмены играли 2 гейма или 3 при равном счете до 15 очков. У взрослых планка была повышена до 21. Количество смешов, резких ударов по валану сверху вниз на этих соревнованиях зашкаливало. По мнению сахалинских тренеров, бадминтон на данный момент это перспективный олимпийский вид спорта. Причем играть в него как любительски, так и профессионально, без сомнения, может любой желающий. Нужна подвижность, нужна гибкость. Хорошее зрение обязательно, потому что нужно постоянно следить за валанчиком. И, конечно, желание играть. Игра очень азартная, очень вовлекающая, увлекательная игра. Советую всем играть, очень интересно. Профессиональный бадминтон на Сахалине появился 4 года назад. До этого момента он существовал как любительский. Как рассказали в областной федерации бадминтона, единственная проблема и у этого вида спорта на Сахалине – отсутствие таких вот специализированных спортзалов. Сами тренеры уверены, именно бадминтон – один из полезных для здоровья видов спорта. Есть статистика российская, да, даже близорукость вылечивает бадминтон, все. В разные траектории летает валан, вы за ним смотрите, напрягаете мышцы глаза. Там, да, там можно далеко пойти, если заняться этим спортом. И гиподинамия – это важнейшая составляющая.
Теорию о пользе для здоровья на практике подтверждает Данил Штонда. При близорукости в минус 4 он неплохо справляется в роли партнера в смешанном дуэте. С партнершей играется вот очень хорошо. Иногда бывает, конечно, такое, что иногда не получается вместе, договариваемся. Вот, а потом все отлично, даже побеждаем. Мне приходится на тренировках его постоянно тренировать. И пока вот учимся работать вместе, пока получается на самом деле. Ну, способный ученик. Да. В итоге пара «Элиты» и «Данила» завоевала бронзу чемпионата. Первыми среди молодежи стал дуэт Елизаветы Камоза и Ярослава Комлева. Среди взрослых победителями стали корсаковцы Елена Филиппова и Сергей Долгов. Помимо кубков и медалей, победители и призеры получили ценные призы от ведущей спортивной фирмы, производителя инвентаря для бадминтона. На этом все. Выпуски программы «Наш день», а также другие новости найдете на сайте astv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире.